19 вересня проходять вибори до Державної Думи Російської Федерації. У Нью-Йорку до Генерального консульства Російської Федерації вишикувалася довжелезна черга тих, хто прийшов проголосувати. Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у в'язниці і не може брати участь у виборах. Тому він закликав росіян до так званого розумного голосування. Тобто віддати свій голос за будь-яку найсильнішу прохідну політичну силу, крім путінської єдиної Росії. Я буду голосувати по-умному. По-умному, отлично. Ви не поддерживаєте єдиної Росії? Я не поддерживаю. Почему? Потому что мне не нравится их политика. А чей Крым? Украинский. Крым по документам украинский, но был отжат. Я за то, что Крым был украинский. Я считаю, что оно незаконно и должны быть... Незаконно отжат. Да, переговоры, которые потом решат, куда его двинуть, вот я бы так сказал. Потому что там есть основания те, другие... Но по закону он должен быть украинским. Это сложный вопрос, на самом деле. Я не могу сейчас на него ответить. Украинский, конечно. Я считаю, что произошла аннексия, и Крым украинский. За кого будете голосовать? Мы будем против Единой России. Мы будем голосовать, как нам скажут, умные голосования. А чей Крым? Крым украинский. Крым украинский. Это правда. Вы всегда ходите на выборы? Нет, я в России. Я просто живу здесь, я с вами. В России. А где вы живете? В Санкт-Петербурге. А вы? В Нью-Йорке? В Пенсильвании. А почему не за Единую Россию? Она же наверняка там победит. Чтобы изменить как-то. Что за глупый вопрос? Ну да, вообще. Вопрос глупый, на людей, которые, но дайте умный ответ. Которые голосуют Единую Россию. Нет, вы не похожи на таких людей. Потому что Крым не наш. Ну да, поэтому справедливость должна быть. Спасибо. Сказали, что вам стыдно? Я сказала, что мне стыдно за то, что российская власть делает с Украиной. И когда-нибудь восторжествует, да, справедливость, и мы снова будем братским народом. В случае поддержки украинцев. Отлично. Вы всегда приходите на выборы голосовать? Стараюсь. За кого голосуете? За Единую Россию. А чей Крым? Вы же знаете. Агрессивный человек проголосовал за Единую Россию. За Единую Россию, за Путина, таких, да. Таких небагато. Таких много, не слушайте. Вот черзи, это один из небагатьох. Парадокс в том, что когда он был украинским, я туда ездил и там отдыхал. Как только он стал российским, я тут же потерял всякую возможность туда поехать. Банально, но факт. За кого будете голосовать? Это хороший вопрос. Ничего не решил. Ну, в очереди поговорите и решите. Может, там додумаюсь, когда дойду. А вы? Я не скажу. Хорошо. А чей Крым? Историю учить надо. Историю учить надо. Нет. Вы не провоцируете наш мальчик. Зачем такие вопросы задавать? Не обязательно. Это плохой вопрос? Нет, это неплохой вопрос. Глупо. Просто это глупо, действительно. Глупо. Вы со своим Крымом тычете каждому с этими вопросами дебильными, честное слово. То есть это дебильный вопрос? Да, это дебильный вопрос. Очевидно, чей Крым. Чей? Умные люди догадываются, чей. Ну скажите, мне же важно это. Я не хочу говорить. Вы что спросите, кого больше любите, маму или папу? Да, действительно. У меня одни украинцы, а другие русские. Что ж мне теперь делать? Решать вопрос, чья Украина, и родственники живут на Украине сейчас. Потому что они украинцы. А то вы еще расстреляете, мы знаем, как... Что поступ... вы делаете? Еще расстреляете, мы знаем, как в Украине... У меня сейчас нет оружия. Ну, я не знаю, где-нибудь за пазухой. Ну, молодец, вы хорошо провоцируете, можете дальше следовать и задавать свои вопросы. Глупые, абсолютно глупые. Почему? Да потому что у вас Зеленский комик, и вы комики стоите. Скажите, почему это глупый вопрос? Да потому что глупо, уже очевидно, уже весь мир знает, чей Крым был, есть и будет. Ну, если он, да, и знает, что это украинский Крым. Он, да, никогда соответствии... не был он украинский. Ну, есть же, вы живете весь мир. Крым татарский. Если вы хотите. Нет. Ну, там мы между собой не согласны. А чей Крым? Веками жили. А чей Крым? Наш. Чей Крым? Всегда можно. К
крымского народа, так я скажу. Могу сказать, что в данном вопросе я скорее на стороне населения, которое проживает в Крыму. Поэтому я никогда там не проживала, но могу сказать, что я понимаю тех людей, которые недовольны тем, что Крым в составе Российской Федерации. Крым? А, это должен решать народ Крыма. Крым-крымчан. Кто должен решать? Что? Кто должен решать? Народ Крыма, конечно. Народ Крыма. Существует народ Крыма? Ну, разумеется, ведь есть Республика Крым, значит, народ Крыма. Крым украинский, скажем, 100%. У півдні з'ясувалося, що офіційні особи консульства раптово виставили за двері усіх спостерігачів. А як вважаєте, чому вас виставили? Ну, не хотят, наверное, чтобы мы принимали, чтобы мы контролировали, чтобы почет был честный и справедливый. Я думаю, что так. У нас даже все время там стояла камера, которая писала, и у нас просто сейчас в конце ее забрали. Ее просто закрыли. И сказали, что мы не имеем камеру права закрыли. Даже здесь да, что якобы снимать. Мы не имеем снимать. Да. И это режимное учреждение. Хотя голосование должно быть отведено. Оно не подлежит этой трактовке, что это режимное. То есть снимать место голосования можно. Хорошо. У день голосування навпроти консульства зібрався мітинг протесту проти політики путінської Росії. Якщо б я, або якщо некоторі люди, яких я знаю, які можуть стати президентом Росії, я уверен, що на следующий день Крим би був український. Партію жоликів і воров!